Состязания прошли в трех категориях – разыскной профиль, поиск и обнаружение наркотических средств и поиск и обнаружение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В рамках первой категории собакам предстояло взять след по запаху вещи, обыскать местность, а затем найти, задержать, взять под охрану и помочь сотруднику полиции отконвоировать задержанного до места назначения. Также собаке необходимо было найти наркотик или взрывчатое вещество в помещении, в отдельном предмете или на участке местности. Кинологи также продемонстрировали умение ладить со своими помощниками, пройдя вместе с ними ряд испытаний. В частности, умение удержать собаку рядом с собой с поводком и без него пробежать кросс, вместе преодолеть полосу препятствий. Немаловажную роль сыграло послушание четвероногого помощника. Судьи оценили знания собаками различных команд. Все эти навыки помогут спасти в нужную минуту жизнь человека. Как пример я могу привести, что в Сочи 6 декабря потерялся мужчина, были применены кинологи со служебными собаками, которые в результате обнаружили человека и спасли его. В результате в общекомандном зачете первое место занял коллектив управления МВД России по Краснодару. Серебро завоевала команда Сочи, бронза у Тбилисского района.